Это Глент, просто гроза. Это на наискак. Уже надвигается какая-то нездоровая туча. Интересно, а наша картонная лодка выдержит? Начинается сильный дождь, посмотрите на наш корабль. Это срочно доставайте спасательные жилеты. Видите, что там происходит? Тут просто какой-то ураган. Мы просто попали в шторм. Акула, Глент, за тебя. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Влада 4, Глент, Серега, 24 часа на картонной лодке. Зацените нашу лодку. Гораздо больше, как мы вам и обещали. Участников стало тоже больше. Готовился. А я буду крутым капитаном. Смыть? Камера, чтобы подснимать все подробности. О, она такая устойчивая. Погнали внутрь. Это выглядит внутри. У нас здесь появилось две кровати. Здесь все стало гораздо просторнее. Есть фотографии, ролик. А это мы смотрим на закат. Холодильник переносной. Все для настоящей тусовки. Это уважаемо. Ты что любишь? Спрайт. Напишите в комментариях, что вам больше нравится. Спрайт, кола. Два помощника. Посмотрите сюда. Черепахи. Бывает одиноко. А черепашки создают уют. Посмотрите. Здесь еще есть бортовой журнал. Секретарша. А значит время. Примерно час дня. На кораблях всегда есть. 30? Вы заметили, что мы с собой захватили? Смотрите этот ролик до конца. Я предлагаю потом замутить какой-нибудь челлендж на скорость. Да. Я капитан. Не знаю, как вы, а я буду коком. Показатель температуры воды. Как померить? Серег, слушай, займись. Точно, будет сделано. Так точно, будет сделано, капитаны. Обоим. Не признает еще пока, ладно. Экипаж. Никого не забыли? Да никого не забыли. По-моему, идеальный состав. Для начала, спрей от комаров. Это к вечеру по вообще лайк. В принципе, 36,6. Если вода окажется холоднее, значит ниже. Также я прокачал свои навыки в рыбалке. Сигнал и показываю тебе на мониторе. Либо рыбу. Случилось ловить рыбу. И нас это вообще очень сильно расстроило. Температура воды ниже 36,6 градусов. Правда, ты напишешь, не соврешь. Я как капитан соглашаюсь. Если картон как-то порвался, сразу говорите капитану. У нас же здесь есть вертолетная площадка. Нужно вот так вот подняться. Ну и вот здесь вот есть. Я взял с собой фильтр для воды, ребят. Куда его вставлять? Инструкцию не читал, потом разберемся. Ну и также обычный фонарик. Свет заменили. Его стало гораздо больше. И якорь спускать. О, мое любимое, капитанское. Я, видите, один раз обозначил, все, и этого достаточно. Капитана, то есть от меня, поступает. Да, да, Серег. Давай я тебе, он Серега, помогу. Тяжелый. Я как настоящий капитан. Почувствовали? Натяжка есть? Есть. 24 часа в картонной лодке. Начали! Из картона, из картона, из картона. Сколько это стоило? Сколько мы это строили? Очень-очень тяжелый ролик. Я думаю, лайка этот ролик заслуживает. Всем знать, что это все не зря. Крыса на корабле! Турненько. Да, стаканчики, конечно, нужны. Чипсо, чтобы закатить вечеринку. Кстати, я повод нашел, капитан. Морское сообщество. Ага. Что? Почерк-то один. Хорошо, я тебя понял. Ну, тут еще всякие украшения, мне настроение. Слушай, мне вот эти нововведения что-то не нравятся. Взял караоке-микрофон. Это маловато. А где, ну, покушать? Ты же как? Если сам рыбу словил, она типа вкуснее даже. Еще куча всего вот здесь, вот снизу. Подписчики писали в комменты. Снимите вторую часть корабля. Так что, я уже даже как-то и забыл, что у меня тут. А, плавки. И вытирать. Мы же на природе. А это власть настоящая. А чего он работает? Это электричество. Безопасности и взял сигнальный фаер. К нам придут на помощь. Об этом я не подумал, что мы можем застрять. Всем вам советую обязательно мазать лицо и руки. Самостоятельная личность. Что у нас вот тут? А это самое интересненькое. Серега, это твое. Не-не, вот это твое. Он! А если бы ты первый там решите. Пока пускай Влад поносит. Как она мне? Тебе вообще не идет. Сидухи. Аптечка. Аптечка. О, картон. Вы чё? Всё. Набор деда. Красную. Ёшкин кот. Сулугуни есть. Лавашон. Зачем ты взял цветной дым? Ну, я подумал, может прикольно. Испугаю рыб. Я сегодня их буду ловить. Это плита. Мясо надо переворачивать, ты свою голову чешешь. Понятненько. Мы еще не посмотрели улицу, ребята. Бассейн. Сейчас проверим, насколько он глубокий. Ну, Серега, находится два весла, щетка. Второй этаж подняться. Смотрите, какой вид оттуда. Погнали. Так. Для чила можно лежать и загорать. Красота. Вообще кайф. Йоу. Тут еще есть и руль. Штурвал. Есть веревка. Можно обвязать мячик баскетбольный, чтобы если улетел... Веревка бы не помогла. Кстати, вообще, мангальчик стоит. Пацаны. Что-то мне нехорошо. Мысли. Сюда, ложись. Походу, морская болезнь все-таки началась. Надо пупок заклеить. Я в ТикТоке видел. Чё?
У нас же аптечка есть. Браслет от укачивания. Браслет акупунктурный. Это браслет от укачивания. Блин, мятные леденцы, вот. Я в детстве постоянно ел их. Серега, что это? Какие мятные? А лучше? Вроде да. Вставай, повар, готовить нужно. Понервировал. Все в порядке, сейчас нормализуюсь. На огонь, чтоб горел, тепло, жар был. Ага. Мелкая хулиган получил власть, которая и не снилась моему отцу. И вообще, мне... Давай! Кто быстрее на этой штуке проплывет круг? Мы будем на капитана спорить. Давайте я судьей тогда побуду. Серега, отцепи меня! Будь сделано! Выравнивайтесь сюда, сейчас вдвоем стартанете, я буду судьей. Старт и финиш здесь. Старт через 3, 2... В ту сторону. Лентик плывет, я заберусь. Тише. Я капитан! Лент так не может. Могу. Докажи. Греби. Вообще легко. У тебя же к ноге привязана была. Спасай на этой. Я как капитан доверяю. Акула, Глент, за тебя акула, Глент. Белорусских акул. Но только мы. Акула Ютуба. Залазь, залазь. Держи. Давай руку. Понятно. Вот он мангал. Сейчас посмотрим, где у нас угли. Угли на месте. Черепахам закидывал виноградинку. И что вы думаете? Звали капитана. Так, да, у нас проблемы. Палуба засорилась. Какие варианты? Обычно юнги этим занимаются. Опа. Вылазь. Что? Останемся. А я пока спички поищу. Поаккуратней, не мог. Понаблюдаю за ребятами. Это не угли, возможно. Это прибило с берега. Понюхай. Слышишь? Я тебя просил поаккуратней. Нет, давай, ты это, подбирай. Ты там готовь. Сережа! Да я помогаю! Давайте, разберетесь там! Так, Серега, мандал... искра! О, есть! Во. Только что видел! Ура! Я капитан! Ты бумагу... Есть, товарищ капитан, бумага есть? Да, кайфанули! Вы же кайфанули! Очень! Да. Бумагу! Держите, пойдет? Ну. Давай попробуем! Наверх пойду чилить и отдыхать на правах капитана. Ну, капитан! Обещаю! Вот это команда! Вот это... За костер, а я отвечаю за еду! Романтика! О, огонь! Пошло! Салфетки, салфетки. Салфетки, я не вижу. И бортовой журнал. Думаю, никто не обидится. Тролика 24 часа стали пиратами. Настоящему такое, по-взрослому. Пишите в комменты. Морская тема нравится. Серега, огонь! Огонь развели, начинаю готовить. Нормально. Хорошая. А вот здесь уже надвигается какая-то нездоровая туча. Не брали? Интересно, а наша картонная лодка выдержит дождь? Ну, в принципе, если что, уголь не заразный. Фиксировала, если вдруг кто-то подпалит мне корабль. Специями, лавашек, тарелочки, помидорки, сыр. Нарезаем сыр. Пожар! Ого! Разгло! Так, тихо, не шуми, капитан может спалить. Вот еще! Ой-ой-ой. Угольки начали раздуваться. Вот такая вот маленькая. Аккуратней. Никогда не шутите с огнем. Это очень опасно. Кусок лаваша. Тарелочка. Нарезаем сырок. Ребята! Нормально, все хорошо. Да, все отлично. Чище было. Да, полы мыли. Какая у меня хорошая команда. Минимум две съем. Ну ладно, больше. Так, заворачиваем. Оп. Последний. Оп. Смотри, сколько наготовил. Ого! 15 секунд с одной стороны, 15 с другой. И так 2-3 раза. Ну, угли хорошие, правильно, я разводил. Не, вообще-то, Глентик, отойди. Посмотрите, сыр как вылазит. Снимай! Что ты стоишь? Это края должны быть поджаристыми. Уже возмущается. Так, все снимаем. Ну что, здесь будем раскладывать? Уни, почти готово. Посмотри, как тянется. Серега, это твоя, с поджаристыми краями, как ты и хотел. Глентик решил приготовить по своему рецепту свои сулугуни. И кому-то придется убираться здесь после готовки. Точно не повар. А остаешься только ты. Вот надо было просто один раз прыгать, что начинается дождь. Смотрите, чайка. Сопротивляется. Чайка рыбу только что словила. А ты не можешь. Заканчивай. Пойдем есть уже. Нам дождь. Быстрее. Дождь начинается. Тушите быстрее мангалы и быстрее сюда. Погнали. Глентик, добывал и моряк. Начинается сильный дождь, посмотрите на наш корабль. Ё-моё! Какой? Просто едим и делаем вид, что ничего не происходит. Солененько. Вот у наш скромный стол, какой прожаристый. Ну круто. Ну что, сидим здесь, пока не начнем тонуть? Угу. Глентик, ну согласись, наши обеды перешли просто на новый уровень. Да. Капец, ты ставочки повысил. Будет секретная игровая. Еще не в воде, поэтому и не играю. Себе поможешь? После еды есть нельзя. Два часа после еды, это техника Кобякова. У нас серьезные проблемы. У нас пол лодки оторвало. Новые стройматериалы. Давайте, чините, чините. Стой, стой, стой. Потоп устранен. Молодцы. Идите, я вам вкусненького дам. Мятное. Ну это чтобы еще не укачивало. Спасибо. Попробуй с конфеты. Вот конфета. И сыр. Сочетание. Невкусно. Опять дождь, тревога. Он уже посерьезней. Беги. Дождь. О, блин, малышка, сори. У нас дождь затекает через это окно. Это небезопасно. И тут еще это окно протекает. Чем заклеивать? Стройматериал. Ага, понял. Он намокнет, может что-то посерьезней. Стой, стой, вот здесь еще можно. Нормально, давай. Это что, гроза? Ну не тем покормил. Так, все, одно окно починить. Эть, пацаны, срочно доставайте спасательные жилеты. Цепляет, быстро. Так. Видите, что там происходит? Тут просто какой-то ураган. Вариант переждать. Пацаны.
Три варианта. Первый. Надеяться на лодку. Второй. Фаер! Не, мужики, мы же не можем так бросить. Расклеивается. Не теряем время. Давайте заварим чай. Завариваем чай. Держи. Чайник. Три кружки. Фаер, если что, всегда наготове. Нас спасут в течение мига. Вода. Есть, что капитан. Это? Что это? Твою. Да. Чайник заливай. Волны начинают. Корабль мокрый. Серега, у тебя же еще дымовая шашка, но проседать начинает крыша. Вот, держим, держим ее. Я не уйду. Приеда плюс понято. Вы просто посмотрите на ситуацию за окном. Мы просто попали в шторм чем-нибудь. Вы посмотрите на нашу дверь. Она вся течет, сыны. Команда, мы справимся. Моя команда. Бывали в таких ситуациях уже. Мы морские дьяволы. Ребята, когда там чайник? Я закрою крышкой. Так быстрее. Что? Я ее чувствую. Глентик, у тебя глаза почему такие напуганные? Волнуйтесь. Разве? Так же веселее. Главное, эмоции колечками, пожалуйста. Серега, молодец. Вот че, найс кук. Герой. Это Глент, просто гроза. Это найс как. Мокрые трусы и опа. Хорош. Заваривать. Крепить опять. Нужно придумать, чем кормить рыб, если пойдем ко дну. Че ты гонишь? Который мы хотели ловить на удочку. Они удочку увидят. Ёчек-то уже вот. Горячий. Кружка наклонилась уже, все потекло, вот наше спасение. Так, ну что, друзья, есть хорошая новость. Промок. Нас спасет только очень-очень сильное солнце. Что ты так шутишь? Чаек, кстати, вкусный. Чокнемся за победу. Лопушки еще, украшения всякие. Будем вечеринку делать? Наверх поднялась, можно и порыбачить. У меня с собой есть профессиональный магнит. Сказать нельзя. Так сказать, заберем сокровище у мистера Крабса. Да нормально, нормально. Скорее всего, ты хотел сказать две щуки. Блин, класс, ребят, от потопа. Мы лишились одного сундучка. Так, жесть. Все в воде. Хорошо, что мы подготовились, у нас здесь очень много слоев. Да. Посмотрите, здесь реально нужен какой-то... Ремонт нужен капитальный. Я вообще-то капитан. Главное не опираться. Жесть. Вот этот бок вообще... Смотри, какое чудо произошло. Руль вообще сухой. Штурвал. До 24. Доставай магнит в шкафу. Ага. Прибор есть, эхолот твой. Эхолот, точно. Вместе с Серегой убрали. У нас тут уже более-менее... Так, вот и магнитик. Обалдеть. Он показывает, что на глубине 2 метра нету рыбы. Мне вот эти эхолоты все не нужны. Я знаю, что рыба есть. Я кое-что поймал. Я поймал мидий. Ракообразных. После шторма чувствую себя как-то по-особенному. Какой-то зацеп. Смотрите, там что-то тяжелое. Коряга какая-то. Что это такое? Какой-то лодки или от чего-то такого. Это деталь какого-то корабля. Значит, кто-то здесь тонул. Начинаю переживать. Ребята, предлагаю провести небольшое совещание. Мы решили, что поджигаем спасательный фаер. Сейчас давайте займемся спасательной операцией. Сюда. Держать на расстоянии вытянутый. О, как... Интересно, кто-нибудь на берегу видел? Спасите! Спасите! Впервые пользуюсь таким профессиональным спасательным фаером. Вон, там нас едут спасать! Мы тут! Какие-то 3 седла или что-то такое. Мы тут! Так, Серега. Ну что, готовы? Да, я готов. Так, все, лодка. Все. Погнали! Я ожидал. Мы только кайфанули, потому что мы в жилетах. Быстрей! Но совсем забыли. Вообще все это из-за Глента, потому что он начал прыгать на банане. И теперь время объясниться, почему мы сошли на берег. И не было ни единого шанса, что она высохнет. Также, скорее всего, будет дождь. Посмотрите, какая там туча. Но мы можем вам кое-что пообещать. Конечно же, мы обязательно посмотрим погоду. Мы пережили шторм! Влад А4. Глент. Серега.